Айнард Фьяйн, жители Империи, с вами Нильфгардец, и сегодня мы разберем новый ролик дополнения Гвинт «Цена силы» и первые опубликованные карты Синдиката. Но прежде чем мы начнем, поддержи Императора, поставь лайк, подпишись на канал в Ютубе и на Твиче, и, конечно же, поддержи Империю чеканным флорином, или подпишись на мой Patreon по ссылке в описании к видео. Также всех нильфгардцев и верных союзников Империи я приглашаю на Дискорд-канал «Империя Нильфгарда». Здесь закаленные в боях солдаты Императора поделятся с вами новыми колодами и расскажут последние новости мира Ведьмака. Также на канале регулярно проводятся турниры с ценными призами от Императора. Ссылка на канал в описании к видео. В прошлую субботу разработчики показали нам тизер дополнения «Цена силы», где мы увидели незнакомку, чье лицо скрывал черный капюшон. Сообщество взорвалось множеством теорий. Кто это? Фалька? Цири в старости? Ренфри? Адалия? В моем прошлом видео, смотрите его по ссылке в правом верхнем углу и описании к ролику, я предположил, что это королева Каланте, которая выжила после осады Цинтры. Но все наши теории и ожидания были разрушены публикацией новых карт Синдиката. Эта женщина оказалась совершенно новым персонажем, охотницей за колдуньями Октавией Гайл. Поэтому уже сейчас можно сказать, что дополнение усилит магов, чародеев и все, что с ними связано. Подтверждение этому мы увидели в тизере, где Павел Бужа рассказал о графике выхода дополнения и его содержимом. В отличие от прошлых аддонов, когда нам давали сразу все карты, сейчас дополнение разбили на три части, которые выйдут в июне, августе и октябре. В июне мы получим 26 новых карт, по 4 карты каждого уровня редкости для каждой фракции и еще 2 нейтральные карты. Отдельно за россыпь чеканных флоринов мы получим все премиальные карты цены могущества, 18 аватаров, поле пылающий костер, рубашки карт, облик лидера и еще эксклюзивную анимированную монету с пылающим костром. Еще одно отличие в том, что бочки дополнения появятся только в ноябре, после выхода всех частей, поэтому, нильфгардцы, копите обрывки, чтобы крафтить новые карты, или пополняйте свою казну флоринами, в ближайшие полгода они вам понадобятся. Теперь перейдем к сюжету. Как вы поняли, Каланте не воскресла. Солдаты Нильфгарда, как и солдаты Севера, сидят в казармах, а на поле боя выходят маги и охотники на ведьм. Ах да, судя по первому постеру, перевод слова «пьюэ» все-таки был не погребальный костер, а костер Инквизиции, куда отправится большое количество чародеев. В общем, в плане сюжета мы продолжаем линию Ведьмака 3, когда Родовид вместе с культом Вечного Огня и охотниками на ведьм решили уничтожить всех магов Севера. Как же это отразится на фракциях и раскладе сил? В ответе на этот вопрос нам поможет представленные в тизере 6 новых аватаров. Итак, мы видим, что Синдикат получил аватар Октавии Гайл, значит, эта фракция получит мощное усиление охотников на ведьм и, возможно, детей огня. На аватаре Скеллиге мы видим неизвестного персонажа, но понятно, что это друид, так что островитяне получат усиление друидов, алхимии и, возможно, животных. Также у них может появиться древень Дубочуд, который был в книгах о Ведьмаке, когда Геральт из Ривии искал круг друидов из леса Каэт-Мырквит. Скаэтаэли ожидаемо получили аватар сильнейшей чародейки континента, эльфийки Франциски Финдебаир. Так что не удивлюсь, если мы получим ее легендарную карту и еще карты эльфийских магов и древних заклятий Айнсиде. На аватаре Севера красуется неизвестный маг, но и так понятно, что нордлинги получат пак магов, заклятий и все, что связано с магией.
А вот аватар Нильфгарда заставляет задуматься. На значке виден человек в капюшоне с обезображенным лицом. Многие решили, что это долгожданный Риенс, но нет. У Риенса был ожог лица, а у этого чародея помимо ожога отсутствует глаз. Поэтому это Вильгефортс, как и возможный облик лидера в капюшоне. Ну и в качестве подтверждения вспомним не только уже имеющуюся карту в Гвинте, но и описание из книги. После бунта на Танеде его лицо было изувечено, усеянное золотыми клеммами и зажимами, поддерживавшими многофасетный кристалл в левой глазной впадине. Кристалл выполнял функции глаза и предоставлял магу трехмерное зрение. В книге «Владычица озера» Вильгефортс уже не носил золотые опалубки для хрустального яблока, однако выглядел еще чудовищнее. Так что нас, скорее всего, ждет еще одна карта Вильгефортса до ранения или после него, и несколько карт чародеев Нильфгарда, и, может быть, колоды Империи все-таки пополнятся приспешником Вильгефортса Риенсом. Фракция чудовищ имеет аватар, напоминающий сфинкса, так что, возможно, карта с этим чудовищем появится в дополнении. И, исходя из этого, чудовища могут получить новых ведьм, магических реликтов, карты заклинаний, алхимии, некромантов, темных волшебников или даже проклятия. И напоследок, давайте разберем три новые карты синдиката, которые нам продемонстрировали разработчики. Начнем с нового символа навиграцев, крона синдиката. Рвение, приказ, получите одну монету и удалите эту карту. Причем это не отряд, а артефакт, так что его не так просто будет убрать с поля боя. А у синдиката всегда будет резерв дополнительных монет. К тому же, в будущем может быть карта бафа за каждую крону синдиката на поле или в ряду. Следующая карта – народные мстители. Человек-охотник за колдуньями. 4 силы за 4 провизии. Каждый раз, когда назначают награду за голову вражеского отряда, наносите ему 2 единицы урона. Хорошая карта для урона, и она может выйти из портала. А если на поле будет Менги, который платежом накидывает награду за голову, то две эти карты могут уничтожить карту с 4 силами. А если Игорь Крюк сможет их размножить, то наносимый урон будет расти в арифметической прогрессии и уничтожать заход карты на 6, 8 и 10 силы, получая монеты для новых платежей. К тому же, эта карта что-то вроде пасхалки, ведь в ее описании есть такая фраза: «До старейшиного жена до утра вам костюмы шила, нет бы спасибо сказать, свиньи неблагодарные». Если вы не догадались, то схожая фраза была в фильме Тарантино «Джанго освобожденный». К тому же, арт на карте очень похож на внешний вид клановцев из фильма. И последняя на сегодня легендарная карта – карательница ведьм. Человек – охотник за колдуньями. 7 силы за 12 провизии. Размещение. Создайте 3 кроны синдиката. Если в конце вашего хода на поле нет вражеских отрядов с наградой за голову, назначьте награду за голову сильнейшего вражеского отряда. Как раз подходит для спама народных мстителей или для Морельзы и Градена. Также интересно и описание данной карты. Горе тому, кто встанет на пути у Октавии Гайл, самопровозглашенной блюстительницы добра. Она отыщет и покарает каждого виновного, будь то ведьма, колдун или любого рода оборотень. В прошлом видео я принял ее за воскресшую Каланте, но теперь я понимаю, что это не просто пасхалка, а очень сложный персонаж, который, возможно, прилетел к нам буквально из другой фэнтези-вселенной, о чем я обязательно расскажу в следующем видео.
Но в ближайшие полторы недели до выхода обновления нам откроют еще больше новых карт. Поэтому готовьтесь к ежедневному имперскому обзору, который завершится первой колодой Нильфгарда для первой части дополнения «Цена силы». И на этом, жители Империи, пора заканчивать. Глораер Керзаер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео в социальных сетях. С вами был Нильфгардец. До новых встреч!